Я сегодня смотрела выступление Маргариты Симонян. Это уже не комментарий, это уже не журналистика, это действительно выступление. Когда половозрелая мать троих детей рассказывает о том, как она и ее более взрослый муж плакали во время интервью Путина... Плакали! Ой, ну хорошо, ну... Я понимаю плакать от «Титаника», я понимаю плакать от «Хатика», я понимаю плакать, когда ты видишь последствия последних обстрелов Харькова и не только. Но плакать от интервью Путина, который 25 лет при власти, который говорил очень много и, по сути, ничего нового не сказал, это отдельная история. Но помимо того, что она залезла своим языком так далеко, как не удавалось никому, она еще и говорит о том, что... Все очевидно, что ведь это гражданская война, потому что мы один народ. Тут нас этим не удивишь, да, вот этот один народ мы слышали очень много.